Zabójstwo. Выложить надо сейчас, ребят. Еще. Напишу ход. Как руки? Кадр трусит. Да, братан, уши горят. Ломка по твоим рукопожатиям. Последний призыв вчера раздавил. Саша искатель. Запеченные ножки. Пока еще недостаточно. Это когда вот приду домой, часик побуду дома, вот тогда будет такой хорошенький красный. Ну, смотри, вот меня какой здесь. Лево, лево ушел! Ты, Макс, ты играй! Хорош! Браво! Да я не буду с тобой твою спину отставить. Что тебе звезда проснулась внутри тебя? Я ноги твои хотел с ней запечен. Быстрее, уже забивай! Иди, Сань! Ай-яй-яй! Браво, дай, открой, дай! Забрать! Давай! Ты слышишь, Андрей, как тебя пришли? Чего? Я не знаю, я слышал, как тебя пришли.
давай. Я его и не вижу. Здорово. Мне обычно звонит. Андрей, проверяй. Здорово. Ударом. Здорово. Жарился? Да ну, блин, чувак, я вчера сгорел. Сегодня не просто тоже раз. Это я понимаю, подход к делу. Я не знаю, как ты так можешь вообще, ты ж, блин, еле-еле разговариваешь, короче, обычно по жизни, как и я, типа, тихо, равномерно. Так я всегда говорил, все время подсказ, все время с голосом. Если молчишь, типа, он сразу, типа, тебе люлей вставлял. Жиру, я не знаю, как у тебя голосовых связок. Играй! Хорош! Ой-о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 й-
Все, удар. Еще удар. Говор, ой-ой-ой, господи, Иисус. Это ли не футбол? Вчера также накидали русские. 3-0, да, кстати, сыграли? Что там, ну прям сильно позорно? Ну 3-0 это достаточно позорно. Да, ну, скучно уже смотреть. Руслан, ребята, давай, Руслан, давай! Типа бельгийцы стали на обороне. Они типа на контратаке пришли. Говорили по телеку, вот я смотрел. Да не понимаю! Ну смотрите, вот если они ехали там на второй-третьей передачке с русским до 30 минуты, то потом они на первую, нейтралочке. На нейтралочке. Ну оно и понятно. Ой, Говоров. Ну что ж такое? Вот это нюк пас Говоров. Спасибо. Хорош, Саня, один еще. Он KFC тебя рвет? Да, да. Ну, они прям доминируют. Да, типа. С Хофенхаймом, конечно, не мислили, потому что из-за них же, собственно, и задержка была, типа, да? Ну, есть такая вероятность. Я, если честно, не понял. Там автогол? Да, да, да. Из-за... Назад! Автогол? Автогол или нет? Жестче. Да, вот. Давай. Не, ну... Скажите ваш. Есть, Сань. Решай. Сань, есть? Ромочка, тогда защитите внимательно, пожалуйста. Давай, ребят, ничего страшного, расслед. Ну, кстати, их равное количество, 8 на 8, поэтому не знаю. Ударом! Ударом! Есть Рома! Хорошо, Виталий, хорошо! Под тобой! Козырь, Серега! Кто из вас желает атакую? Да что ж он вытворяет? Макс, один! Проверяй! Лево! Что прям? Хорош! Не знаю, по аналитике, Виктор, что могу сказать? Просто Ким-Сити быстрее передвигается, не знаю. Они вот везде есть, где есть мяч, типа Хофенхайма, игроки очень долго к нему подходят. То есть... Так, еще раз. Раунд. Да. Да, их 8. Ну... Хорошо.
Лоха. Спокойно. Рома в центре есть. Не знаю, они, короче, прям быстрее, ну, намного в плане двигаются. Не скорость тут. Здорово! Эй! Болотанюк пас Говоров был. Спасибо. Дело не в скорости, дело в скорости. На каждую игру, пожалуйста. Пацаны, впереди тут. Эдик, ты впереди. Еще. Давай. Смотри, левее, пацаны. Как ты ему дает принимать? Это вообще гайка. Хорошо. Пацаны, открываем. Лучше. ТикТок официальный спонсор Евро. Серьезно? Да. Неудивительно. Они могут себе позволить вообще все что угодно уже спонсировать. Такие бабки думают. Господи, очень Давай.
давать. Побежать. Сзади. Держи, да. Сколько там осталось? Пять. А сколько заряд? Давай, Макси, треки! Чудеса, наверное. Сам, Рома, сам! Хорош! Гречка поставила ножку. Ваня, лучше! Пацаны, кто не менял? Я вообще вроде не первый. Ребят, еще раз, кто у вас гол забил? А, ну. А не, сейчас била ножка. Да, да. Пацаны, кто не менялся, давайте меняться, ёбаный рот. Ты не менялся? Ну да, давай, ну проверь, забей. Макс, меняйся, Артур. Меняйся, Артур, уже все меняли. Дорабатывай! Пацаны, справа, справа игрочок, слева игрочок. Сколько осталось? 10 минут еще. 9, 10 минут.
Слава Богу. Какая радость. Глянь! Алло! Оля! Потом поменяешься как-то. Потом, потом. Чуть-чуть. Еще, ребят. Ближе. Есть Эдик? Забей. Я вот не забил. Стань, ну отдай.
Левый фланг смотрим. Не придумай, просто. Рома, Рома есть. Не убегай! Впереди, сзади, осторожно! Ладно, забейте кто-то. Не-не-не, я не буду, зачем? Пусть он сам. Давай, давай, давай!